начали, ребята. Техника владения мечом. Двусторонняя ловля. Мячик находится на тыльной стороне мячи. Нужно его подбросить и на кисть. Все еще рука прямая в локте, ноги согнуты в коленях. Держим равновесие. Кто может, старается без зрительного контроля это делать. На другую руку. Другой рукой. Так, закончили. Перекатывание. Начали. Перекатываем мячик. Лежит на ладони. На одной. И через грудь перекатываем. Шире ручки, шире. Шире руки. Вот. Стараемся, стараемся. Молодцы. Обе стороны, правой, левой рукой. И пальцев с руки на руку. Начали. Нет. Старайтесь. Вот, хорошо. Мяч не теряем. Концентрация, внимание. Концентрация полная. Теряем мяч. У нас такая вращение. Теперь вращение мяча вокруг шеи. Вокруг шеи, вниз не опускается мяч. Голова поднята. Туловище, мяч, мячом туловище не касаемся. И вниз мяч не опускаем. В обе стороны самостоятельно меняем. Как можно быстрее. Давайте побыстрее, побыстрее, побыстрее. Или вокруг тела. Начали. Ноги согнуты в колени, голова поднята. Смотрим перед собой. Можно быстрее старайтесь. В обе стороны. Меняем направление. Голову подняли. Ниже опустились. Вокруг ног. Голову подняли, все голову подняли. Вот только, как вот вы стоите, молодцы. И восьмерочка, пошли. Переводчики. Голова поднята, вперед смотрим. Побыстрее же не может, побыстрее, быстрота рук. Восьмерка во время бега на месте. Начали. Не теряем мяч, не теряем мяч. Ваша координация. Не теряем. Бегаем, бегаем, бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Смотрим вперед, перед собой смотрим. Без потерь. Может, от штор отстанет? Ой, пока только самый нижний дверь. Но... Сейчас она привыкнет. Что только распаковали. Вот, второй увидела шарик. Как бегать. А, Мурке неинтересно. Мурке Ване интереснее.
Так, всем привет. Сегодня у нас 31 июля. Мы пошли... 31 или 30? 31. Мы идем к зубному с Ваней. Наращивать ему зуб. Поликлиника находится прямо вот у нас через дорогу. Не знаю, что там сделают, сколько это все будет стоить. Ждали полгода, ядрит Мадрид. 7 месяцев даже. В январе сломал, записалась. Меня записали только вот месяц назад. Вот 31 июля мы наконец-то идем. Не знаю, что сейчас нам скажут. Я только с работы пришла. А еще посылка нам пришла от Евгения и Яны. Надо будет сходить забрать. Я еще не спала. У меня осталось еще 2 дня и будет первый выходной. Короче, с 20 числа. Вот я работаю без выходных. Без выходных. Еще 2 дня и все. И я в отпуск. Мини-отпуск, короче, будет. Все, мы пришли. Все вышли, уже сделали зуб. 6100 вышло. 6100. Ну, так, зато Ваня побегал, повеселился. Сломал зубик. Зубы мы не чистим, оказывается. Вообще. Врач вообще сейчас офигела. Короче, опять на панике на взводе. Нервы не в порядке. Ну, еще и спать надо. Показывай, что там сделали. Ну-ка, сюда повернись. Открой. О, красотища. Как будто и не ломал. Ничего. Надо забрать. Посылочку уже давно пришла. Там написано забрать посылку. Видишь? Посылка там. Слово увидел? Ну, просто написано получение посылки. Да, нажимай. Без. Талончика нету? 57. Все, я вижу. 57. Все, ждем. Сейчас заберем домой. И я сразу спать. Сколько у нас сейчас время? 1 час? Хотя бы 3 часа поспать. Не знаю, посмотрим. Может, сейчас распаковку сделаем. Посмотрим. Так. Вот там пришла судебная записочка. Сейчас будем читать, что и посылочка. И по ссылочкам. Домой сейчас придем, распакуем. Да? Домой, говорю, придем, сейчас быстренько распакуем. И все. Я думала, то, что мы вечером распакуем, потому что ты придешь, ляжешь спать. Сейчас посмотрим, может, успею. Может, еще не усну. Так, ну что, мы пришли домой, мы уже отсняли мукбанг. Мышка пришла поздороваться со всеми. В общем, принесли посылочку. Сейчас будем ее вместе с вами распаковывать. Это у нас посылка от Евгения и Яны. Вот. И сейчас посмотрим, что там они нам отправили. Но они написали, Женя написала, я так поняла, что Женя, что там вкусняшки всякие разные для Вани. Так что сегодня мы будем делать распаковочку на полу. Потому что, как-то, не знаю, мне кажется, вам виднее так будет. Лучше видно и как бы нам удобно. Ладно, давайте будем приступать к распаковочке. Там еще Мурочка на фоне у нас. Иди. Ну что, открываем. Смотрим, что отправили. Белый пакет. Картиночка. Ой, тут пакетики. Ой, какой тяжелый пакет. Я же говорю, белый пакет. Ой, какие ванны вкусняшки. Смотрите, какая тяжелючая. Это конфеты. Обалдеть. У нас бабушка такие конфеты любит покупать, да? Я, конечно, да, кураза, чернослив,
Кремлина. О, я такое даже не видела ни разу. Кремлина. Сейчас откроем упаковочку, покажем. Ты мышку не создавала. Вот тут три вида конфет получается. Вот такая вот чернослив. Видно? Ну, такой кушать, да? Да, чернослив. Вот такую мы пробовали, бабушка нас угощает все время, когда мы к ней приезжаем, курага. А вот такую вот мы не видели, финик. Вот такое у нас не продается. Ты будешь пробовать? Я хочу попробовать. Пробую, я не люблю такие. Мне нравятся такие конфеты. Я не люблю конфеты, но вот эти... Ну, такие мама прям уважает. Угу. Ну как? Ну, это получается, он измельченный. А, измельченный? Угу. Сейчас мышка прыгает на провод. Вот такие я люблю конфеты. Так, вот эти конфетки, значит. Дай-ка. Это что, горький шоколад? Шоколадка. Или обычная шоколадка? Как ты думаешь? 72%. А, это горький. Это горький. Ну, это мама. Это мама. Это маме, да? Мама любит горький шоколад. Она прям вроде бы обожаешь это, да? Или бабушка любит? О! Это инжир, наверное. Инжир? Похоже на инжир. Это какие-то ягодки. Да. Инжир? Инжир сушеный. Вот это вообще вкусняшка. Фрукты. Это, походу, это, Ваня такой как бы не очень, да? Я вообще так-то не люблю шоколад. А я инжир? Люблю. Это, ну, так-то вкусненько вроде бы. Это больше мне посылка, наверное. Потому что это все по моему вкусу прям. Я прямо хотела, чтобы тебе была посылка. Хорошо. Ну, Евгений же не знал, что ты любишь, а что я люблю. Прям хочу попробовать инжир. Я люблю финики, я люблю вот это вот всякое сушеное, бананы. Всякие фрукты вообще обожаю. Вот такой вот он. Сушеники. На улитку какую-то похож. Нет, да, попробуй с семечками внутри, такая вкуснятина. Ням-ням-ням-ням. Ого. Вот это твое любимое. Пастила. Вот это вот Ваня любит. Маслом подсвечу, так показать. Во. Вот, пастила. Всяких разных видов. Кстати, Юрий, в лагерь пастилу кушали. Будешь пробовать? Давай. Смотри, тут есть апельсиновая, а это яблоко, потом вишня, без сахара написано, на, попробуй. Ой, я уже сладко вобилась. Ой, вот это вообще обалдеть штука, пастила без сахара, полезная такая. Тут нарисовано это, гранат. Мы еще, если это, поедем к бабушке, ее угостим. Малина, яблоко-малина. Ой, обалдеть. Тут всякие разные. Смотри, яблоко-малина. Такие вот всякие разные. Вкусненькие, бабушку тоже угостим. Она такое у нас тоже любит. Очень, да, попробуй? Одну штучку. Финик. Вот такая вот штучка интересная. Она хотела в коробку запрыгнуть. Нормально. Я говорю, это не кошка, это собака какая-то. Это Бэтмен. Надо будет потом сделать, ну, это, знаешь, это, замедленные съемки, как она прыгает, и как... А потом такая пунь-пунь. Это шоколадный с арахисом финик кремлина. Очень интересненький такой, не разу. У нас таких нету, не продается. Вот что-то подобное вот пастила мы видели, да? Да. Что-то подобное продается, но не такое. И то это, по-моему, в этом фикс-прайсе. Да. В фикс-прайсе мы видели. Или в монетке? Нет, в фикс-прайсе. Ну я и в монетке тоже видела. Ой, в монетке. Но там другие совершенно. А это что такое? Пастилушка? Еще одна пастилушка. Пастилушка или пастилушка ли? Скорее всего. Ну это вообще, это вкусное. Вот да. Эти штучки прям вообще обалденные. Пастила фруктовая, ассорти. Ой, господи, Евгений вообще.
просто... С Яночкой. Огромнейшее вам спасибо. Это просто что-то с чем-то. Такая вот упаковочка. Вау. А здесь вот такие вот. Вот такие не всякие разные. Разнообразные. Яблоко. Это что? Яблоко. А, ну на рисунке написано главное яблоко, а на рисунке здесь яблоко. Здесь ее яблоко с грушей, здесь вишней, здесь со вкусом... Яблоко. А, вон где написано. Яблоко с барбарисом, яблоко с вишней, яблоко, да, вот это надо отодвигать, с грушей. Потом яблоко-персик. Обалдеть. Вот эту я хочу прям открыть. Все. Обалден просто. Это самое полезное, самое вкусное, самое классное. Прям вообще, давай. Ага. Яблоко и малина. Можно? Ты, конечно, что спрашиваешь? Тебе отправили. На. Я вот это вот хочу попробовать прям вообще. Морка. Барбарис. Я вообще обожаю барбарис. И они каждый, видите, несколько слоев. Вот так берешь, открываются слои. Что, я думала, опять мышка прыгнет. Очень вкусно. Прям это белый. Кисленькая такая. Обалденная. Огромнейшее еще раз хотел сказать спасибо Жене и Яне за такой замечательный просто подарочек. Сейчас Ваня будет есть. Особенно с чайком. Очень приятненько, вкусненько, полезненько. Ну, чайок не завтра можно будет только. А, да, чай нельзя пить пока. Ну, значит, потом. В общем, спасибо огромнейшее еще раз. Вот такая вот получилась у нас огромнейшая посылка. Вкуснющая, сладкая, полезная. Да, и горькая. А такую шоколадку даже не видела. А тут ты же любишь, или бабушка? Баба Лена у нас любит такую шоколадку. Бабушка Каля тоже любит. Нет, бабушка даже дальше нужно. Так что вот поедем, будем угощать, потому что это нам много, долго есть. Поэтому угостим наших родственников. Все, всем огромнейшее спасибо. Всем пока-пока. Пока-пока, мы вас всех любим. Собрали. Ой, собрали, говорю. Шли-шли, и вот случайно нашли грибочки, красноголовики. Вон они сидят. Очень много. И очень много маслят. Сейчас возьму пакет, пособираю. Только вот аккуратно идите, потому что они прям на каждом этом шагу. Так ее тут полно. Одна вообще облепиха. Да, отдыхаем тут просто, приехали. Ее вообще много тут собирать, дособирать и продавать. Облепиху-то на зиму вообще знаешь, как хорошо? Ага. Всем привет. У нас тут строительство все идет, никак не закончится. Перерыли все дороги. Вообще, это уже как бы закрытая получается часть. Трубы все делают. Ой, там дальше тоже уже было перерыто. Сейчас пошли на почту. Надо забрать посылку. И вроде как планируем сегодня сходить. Планируем к Маше вечером сходить. Договорились. Хотел сегодня в больницу сходить. Давление не дает прям спокойно ходить. Ой, жесть. Никак отойти не могу, что-то. И вот надо будет вечером сходить к Маше. Василечек наш любимый, распаковать, что там Маша заказала. И заодно покажу вам гарнитур. Наконец-то. Да я хоть сама сегодня хоть увижу его. Ну и еще сегодня я сходила, себе заказала наконец-то плинтуса. Мне надо было заказать плинтуса на кухню. Для замены это гарнитура, да, и этой доски и панели. Все, осталось только
работника вызвать. Вон все перерыто у нас. Все меняли. Вот здесь вот все трубы меняли. Вот уже тоже зарыли. Мне главное так интересно. Сначала асфальт положили новый. Потом все перерыли. Трубы начали менять. А Россия, детка, что сказать? Все, пошли на почту.